И в конце выпуска по-настоящему завораживающее зрелище из небольшого итальянского городка Брессаноне, где проходит фестиваль воды и света. И хоть в последнее время подобными шоу никого не удивишь, но там декорациями стали улицы старинного города. И все это создает ощущение, что попадаешь в страну чудес. Каждый из фонтанов превратился в отдельную ожившую сказку, где, кажется, спрятались гномы, эльфы и принцессы. Сотни гирлянд, причудливых светящихся цветов и композиций. А прогулка от одной площадки до другой по средневековым улочкам превращается в настоящее путешествие в детство.